Сегодня хотим сделать картошку вот такую вот вкусную, с беконом, с маслом, с солью, со специями. Ну, не просто картошку, а вот такую картошку запечь в углях на мангале. И еще будет или люля-кебаб, или просто котлеты, тоже жареные на угле. Это очень вкусно. Что делаем для этого? Картошку надрезала просто для того, чтобы она, ну, быстрее приготовилась. Смазала растительным маслом, посолила крупной солью. И у меня еще тут свои приправки, травки. Вот так. Обернула беконом, вот так полосочку, каждую картошинку. Обернула беконом и завернула все в фольгу. И все это дело, пока будут на углях жариться ужин, картошку кладем и зарываем в уголь. И получится невероятно вкусная картошка. Со сковородочкой Борисович будет жарить котлетки. Вот такие красивые котлетки. Тут не помогает. Нет уж, пожалуйста, сами готовьте. А куда так плотно кладешь? Как их надо сначала дать этот... Корочку дать, потом перевернуть. Запечатать? Да. Вот такая картошка, дорогие друзья. Бесподобная вкуснятина. Бесподобная. Вот, смотрите, еще тут у меня есть. Ой. Во. Котлеты готовы. Просто все. Борисович, в сторонку, чтобы не пережаривались. Здесь у нас грибы соленые. Сестра мне презентовала. Сама собирала, солила. Очень вкусно. Соус сделала. Ну, как обычно, сметана, немножечко чеснока, зеленый лук и чуть-чуть майонеза. Вот такой соус для картошки. В общем, ужин у нас будет на... Хватит кусовничать. Что-то не хватает к этому ужину. Как ты думаешь? Хочу, пиво есть? Нет, не пиво. Здесь не пиво. Открыть. Открыть? А, вот. Вот это уже разговор. А так было неинтересно. Вот такая процедура, дорогие друзья, чистки искусственного газона. Очень хорошо вычистил. И все. Помогаю. Пылесос я в прошлом году вам показывала. Покупали мы Black & Decker. Он и воздуходувка, и именно пылесос. Вон у Борисовича как мешок раздулся. От этого пылесоса. И еще внутри даже измельчитель. То есть он даже маленькие веточки измельчает и листья вообще в пух. Шур, что это у тебя тут такое? Коробочка. Коробочка? Кто купил? Баба. Не-а. Деда. Деда, а для чего? Ну-ка, расскажи, для чего коробочка? Да, игрушки. Дедушке надоел беспорядок, да и правда, игрушки лежат вот в пакете. Поэтому заказали, вот нам на Яндекс.Дзен привезли такую коробку. Сейчас мы посмотрим, что тут деда заказал нам. Да, Сань? Да. Это вообще-то из сарая. Из сарая? Да. Ну, понятно, что из сарая. Ну, надо же красиво их привезти. Будешь мне помогать перебирать? Да. Давай. Ну, давай. Снимай этот полиэтилен оттуда. Вот, закрывай крышку. Ну-ка, Саша, давай, как это работает дело? Во как. Нет,
Давай как следует крышку сделаем, закроем. Да? Обожди. Вот эта крышка может вот так открываться, или эта половинка открываться, да? Ну вот, эта часть тоже открывается. Ну-ка, Саша, посмотри, ездит этот ящик? Ну, ездит он. Посмотри-ка, у него колесики есть. Проверь-ка. Есть колесики? Да. Ну-ка, ездит этот ящик-то? Покатай-ка его. О, целый поезд. Да? А там ручка есть, Саш. Ручка-то, смотри. Обожди. Ручка-то есть. Смотри, ручка есть. Во! Можно привязать за нее веревку. Так. Все, едь пора. Ой-ой-ой! Что ты там обнаружила? Смотрю. Давай лучше игрушки убирать. Ну, птичка посидела, пока тебя не было, да? Давай, перебираем игрушки и сложим все аккуратно. Давай, вези сюда ящик. За ручку. Отлично. Вот. Давай, высыпай свое хозяйство. Муравьи, ничего. Высыпай свое хозяйство. Ну-ка. Давай будем складывать аккуратно. Вот как хорошо открывается, не сломать. Не-не-не, надо аккуратно не кидать, а просто складывать туда. Аккуратно ложить. Саш, ты понимаешь слова-то мои? Аккуратно. Ну-ка. Это еще нужно, не играть, да? Вот сколько игрушек. Целый огромный пакет. Давай, Сань, покажем. Ящик много литров. И нам, смотрите, как хорошо все влезло. Еще и место есть, да? Да. Теперь вот так плотно закроем. И надо место определить, где мы будем держать ящик, Саш. Давай вместо машинки поставим. Машинку отодвинем. И поставим сюда рядом с песочницей. Давай. Отодвинь машинку. Нет, туда дальше, по забору-то отодвинь. Вот так. Красота? Ага. Да? Понравился? Что скажем дедушке? Дедушка, спасибо, да? Вот такой ящик для игрушек. Ну, давай, катайся. На чем? На горке. Ой, сегодня что-то случилось. Такое. Сань, ты на себя не похож. Наверное, помидорку съесть, чтобы зарядиться энергией. А? Как ты думаешь? Надо? Пошли искать. А, всю зиму кто-то подкрепляется помидорками. Ты не знаешь, кто это? Нет. Не? Ну-ка, что здесь такое? Ну-ка. И как? Иди на солнышко. Как тебе? Вкусно. Вкусно? Сразу лучше настроение? А? Угу. Лучше, да? Веселее стало? Что-то садика сегодня очень деловая пришла. Очень-то деловая. Пойдем сегодня на выступление, да? На кружке будет выступление сегодня у Саши? А ты сегодня в какой роли будешь? М? Кто ты у нас сегодня будешь? Кто? Белочка. Белочка? А где у нас у бабушки белочки есть в саду? Ты вот такая белочка? Или ты другая? А где еще? Или ты другая будешь белочка? Какая? Вот это. Вот это будешь? Ну все, пойдем смотреть. Агрегат. Борисыч не хочет нам рассказывать ничего о своем новом приобретении. Это дети подарили папе такой вот новый агрегат для покраски. Называется краскопульт
Краскопульт электрический фирмы Вагнер. Вот. Что такое В100? В это ватт. 100 ватт. Для покраски, ну, всего, чего только можно. Можно пользоваться любой краской. Алкидной, там, водоэмульсионной и так далее. И вот сейчас вы видели, как быстро, ну, за 5 минут, можно сказать, пока только прогрунтовали ворота гаража. Вот, через 20 минут краска подсохнет. И на второй раз она уже ляжет более ровно. А распыл можно регулировать? Можно. Да? Ну, вот здесь вот. Вращение желтое вот это. Вот этой? А, ну, в общем, немножко действует как садовый опрыскиватель, я бы сказала. Вот так. Что-нибудь по-русски-то где-нибудь написано? Зачем, если я немецким владею? А, ты немецким, я-то не владею. Тончайшее распыление краски для равномерного покрытия за один рабочий подход. Съемный пистолет, обеспечивающий быструю смену распределительной насадки и простоту очистки. Ну и так далее. Так, точная работа благодаря плавному регулированию количества подаваемого материала. Здесь написано вот так. Затем нужно этот пистолет промыть. А как промыть? И чем промыть? Спросим чем у Бориса. Чем растворяется краска, тем и промывается пистолет. А, тем и промывается пистолет. В общем, хорошая штучка. Если вот красить кисточкой, конечно, это намного дольше, чем вот таким пистолетом. Нет, ну, дольше мыть. Дольше мыть? Дольше мыть. Красить быстрее, а мыть дольше. На второй раз ложится просто вообще идеально. Здесь еще полосы видно, а здесь вот уже все хорошо. Я думаю, теперь ворота моего гаража будут просто как новые. А потом плавно перейдем на другие.